Какой голос? Димаш. Какой у него регистр? Прекрасно. Он переходит из мужского в женский с такой легкостью. И я думаю, что это один из самых интересных голосов, которых я слышал за последние 40 лет. Знаменитый итальянский певец Альбано восхитился голосом Димаша Кудайбергена. Исполнитель песни «Феличита» сказал, что плюс Димаша в молодости, красоте и восхитительном голосе. Какой голос! Он переходит из мужского в женский с такой легкостью. У него есть три плюса – молодость, красота и восхитительный голос, сказал Альбано, беседуя с ректором университета искусств Айман Мусахаджаевой. Альбано признался, что голос Димаша – один из самых интересных, что он слышал за последние 40 лет. «Снимаю шляпу, вокал просто сумасшедший», – похвалил Димаша, итальянец. Какой голос! Димаш! Надо его звать на французский манер. Димаш. Какой у него регистр? Прекрасно. Он переходит из мужского в женский с такой легкостью. Это на самом деле очень эмоционально. У него есть три плюса. Молодость, красота и восхитительный голос. Лет 30 назад я бы, может быть, тогда бы и посоревновался с Димашем в умении петь, но не сейчас. Я думаю, что это один из самых интересных голосов, которых я слышал за последние 40 лет. Раньше я думал, что я единственный, кто поет в этом регистре, но сейчас я просто снимаю свою шляпу. Слушайте, ну такой у него вокал, просто невероятный. Друзья, у меня очень радуется душа, когда я слышу такие слова в адрес Димаша. Тем более от таких легенд мировой сцены, как Альбано. Сколько замечательных песен подарил нам этот певец. Одна только песня «Феличита» чего стоит. Эту песню знают все. И маленькие, и взрослые по всему миру. Я уже не говорю про другие хиты этого артиста и про то, через какой творческий путь прошел этот певец до того момента, когда его голос стал знаменитым на всю Италию, а потом и на весь мир. Альбано в 2000 году дал совместный концерт со знаменитой Монсеррат Кабалье. В возрасте 12 лет Альбано сочинил свою первую песню. В 16 лет Альбано покидает свой родной дом и направляется в Милан, уже тогда твердо решив стать певцом. Первые годы в Милане Альбано работал официантом, поваром, рабочим на конвейере. В 1965 году Альбано принял участие в конкурсе «Новые голоса», организованном Адриано Челентано, и после победы в нем вошел в клан Челентано. В том же году выходит его первая пластинка. Какой голос? Димаш. Какой у него регистр? Прекрасно. Он переходит из мужского в женский с такой легкостью. Я думаю, что это один из самых интересных голосов, которых я слышал за последние 40 лет. Настоящий талант не наполняется завистью и умеет восхищаться другим талантом. Лишь мелкие люди страдают черной завистливостью, а он открыто говорит, что часто слушает Димаша. Прекрасной души человек. Удивляюсь и восхищаюсь больше всего его необыкновенным трудолюбием и разносторонним интересом. Феномен, конечно. Оценка Альбано очень ценна, а вот некоторые мировые звезды молчат. Все же, наверное, трудно согласиться с тем, что кто-то талантливее тебя. Хотя это должна быть мировой радостью, что нам повезло услышать и увидеть такого артиста с таким талантом, и что живем мы с ним в одно удивительное время. Dile guanotte tramontate stelle,
tramontate stelle, all'alba vincerò, vincerò, vincerò. Какой голос мы сейчас с вами услышали? Потрясающе! Итальянские артисты отличаются своим невероятным тембром, это точно. Это настоящий профессионал своего дела. И когда такие люди говорят о Димаше подобные слова, у меня внутри все переворачивается, друзья. Хотя на самом деле, если подумать, то все так и должно быть. Это заслуженно. Это по-настоящему. Это имеет место быть. Господи, дай здоровье этому прекрасному человеку, этому прекрасному певцу. Для нас, для всех, Димаш – это по-настоящему уникальный артист. Мы наблюдаем за ним уже 5 лет как минимум. Друзья, 5 лет прошло уже со знаменитого китайского шоу, после которого родилась новая мировая суперзвезда. Как же летит время, невероятно! Уже многие мировые звезды высказали свое восхищение в адрес Димаша и его бескрайнего таланта. Сколько реакций уже снято на этого потрясающего артиста. Невероятно, многие реакции от топовых мировых артистов на Димаша вы можете посмотреть на нашем канале. Мы даже сделали для этого специальный плейлист. Он так и называется «Реакции». Друзья, если вам понравилась эта реакция, то поставьте свой лайк и напишите несколько комментариев о том, что вы думаете о данном певце и знаете ли вы вообще, кто это. Самое главное, подпишитесь на наш канал, чтобы больше никогда не пропускать наши свежие видео.